В моей коллекции рецептов очень много супов. Сегодня я один из них приготовлю. Это армянский суп с курицей и перловкой. Нам потребуется картофель, перловка, яйца, сельдерей, сок лимона, морковка, лук, чеснок, курица и специи. В кипящую подсоленную воду кладем курицу и варим до готовности. Нарезаем овощи: лук, морковь и сельдерей. И пассируем в масле. Достаем курицу из бульона и освобождаем от костей. Картошку нарезаем кубиками и отправляем в бульон. И варим 10 минут. Всыпаем перловку. У меня перловка быстрого приготовления. Закрываем крышкой и варим до готовности. Возвращаем курицу в суп. Кладем зажарку. Доводим до кипения. Отдельно взбиваем яйца. И постепенно вводим суп. Кладем специи по вкусу. Чеснок можно мелко нарезать. И выжимаем сок лимона. Суп готов, можно подавать к столу. Посыпаем зеленью. Приятного аппетита!